Я, насколько понимаю, отмена концертов, она была постулирована тем, что боялись каких-то провокаций, каких-то эксцессов, потому что после того, как со сцены Майдана один из вождей сказал, что надо стрелять в головы тем, кто говорит по-русски. Но представляете, а москали на ножи? Да, москаляк. Это другой лидер Майдана говорит. Никто из ваших коллег, и причем я не говорю из коллег, у которых место локации на юге, на Украине, а из наших московских коллег, никто мне не может вот это вот прокомментировать. То есть вот из тех наших общих знакомых, с которыми я говорил, никто вот мне не готов ответить на этот вопрос. Как вот к этому вот отношение? Это, да. Мне бы очень хотелось тоже спросить. Надо, вот кто говорит по-русски, и надо стрелять в голову. Аплодисменты у Ну, рюкали. Стрелять вот. В голову, там много там диапазон, ты ведь, в общем, довольно большой. Вот стрелять это? В голову, на ножи, да. Вешать. Понимаете, там большой, но... Смысл этого вот всего этого, всех этих высказываний, все равно сводится к одному, что нас надо, ну, типа, физически уничтожать. Да, вот я там с певицей Ёлкой тоже говорил. Я говорю, вот вы можете представить, она работает здесь, в России, что где-нибудь в России вот такое отношение было бы вот к вашим соотечественникам. Да. Что вы, почему вот у русских нет вот этой агрессивности, а участия там киевлян тех же, вот это такая какая-то совершенно необъяснимая для меня. Евгений, я практически уверен, что у большинства жителей Украины, конечно, нет таких настроений. То, что мы слышим, мы слышим из уст очень маленького меньшинства крайне негативно по отношению к России настроенных персонажей, которые или искренне, или проплачено, выполняют совершенно конкретную функцию. Это не относится, без сомнения, ко всему украинскому народу. Этого просто не может быть, потому что русский народ и народ Украины – это не только братские народы, это, по сути дела, один и тот же народ. Понимаете? Очень они обижаются вот на этот тезис. Обижаются очень немногие. Просто эти очень немногие очень слышны. Да, они вот заполнили полностью медиапространство. Понимаете, они как бы взяли, присвоили себе право говорить от имени всего украинского народа. Вот это главная ошибка. Как мне кажется, помимо всех остальных там других моментов, носящих сугубо политический характер. Но вот то, что они узурпировали право говорить за весь украинский народ, это право будет у них достаточно быстро отобрано. Ну, надеюсь. В этом я совершенно убежден. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.